идеалы. Это особенное место на карте. И особенное место в душе каждого, кто хоть однажды побывал здесь. А в нашем волшебном Васильковом краю всегда рады гостям и друзьям из близких и далеких стран. Республики Беларусь Ирины Доропеевой и воспитанницы Республиканского центра олимпийской подготовки мы начинаем церемонию закрытия соревнований. Это был турнир в турнире. Вторые игры стран СНГ и «Хрустальная роза» в рамках вторых игр стран СНГ по художественной гимнастике. В течение трех очень насыщенных дней в Минском дворце художественной гимнастики показали себя более 250 спортсменок из 14 стран мира. Для кого-то эти соревнования стали дебютом,
а для одной гимнастки ярким завершением выступлений. Аплодисменты Алессандре Амбудасар из Ливана. Мы провожаем сегодня ее из большого спорта. К микрофону приглашается национальная команда Республики Беларусь по художественной гимнастике и Алессандра Абунасар. Слово Алине Горнасько. Наверное, правильнее сделать вот так. Добрый вечер всем. Я вообще никогда здесь ничего возле площадки не говорила. Мне выпала такая честь сегодня дать напутственное слово своей подруге Саше. Мы с ней давно знакомы, мы очень плотно и тесно общаемся, мы замечательные друзья. Но жизнь, она такая штука непредсказуемая, а спорт высоких достижений, он вообще не про здоровье. И, к сожалению, у каждого спортсмена наступает такой момент, что все близится к завершению одного спортивного пути, но впереди она жизнь, она очень интересная. И у тебя, я знаю, она очень насыщенная и будет не менее интересная, поэтому сегодня от всей души, от всей сборной команды Беларуси, от всего сердца и всех здесь присутствующих мы провожаем тебя из большого спорта в твой новый, интересный, яркий путь. Спасибо. Ну, спасибо большое. Спасибо всем. Ну, хочу с теплом благодарить Ирину Юрьевну и всех моих прошлых друзей и новых друзей за поддержку и за дружбу. Беларусь. И это соревнование останется в моей памяти навсегда. Спасибо большое всем. Аплодисменты. Друзья, в художественной гимнастике умеют дружить, общаться и поддерживать вот эти теплые семейные отношения, несмотря на спортивную конкуренцию. Ну, конечно. Алессандра. Да, простите. Мир гимнастики – это одна большая семья, а семья – это навсегда. Буду всегда вас помнить и буду вас всегда любить. Спасибо большое всем. Поздравляем с поступлением в Лондонский университет и ждем встречи в качестве тренера. Аплодисменты, друзья! Прощальные слова в адрес соревнований. Для торжественной речи к микрофону приглашается главная судья соревнований Екатерина Белявская. Это были сложные, но красивые соревнования, в которых много победителей и нет проигравших. Все участницы получили колоссальный опыт, а это важная составляющая успеха в спорте. Соревнования, вторые игры стран СНГ и международный турнир «Хрустальная роза» Хелен Валерий объявляются закрытыми. Звучит гимн Республики Беларусь. Thank you.
благодарим Екатерину Леонидовну. Вечер продолжается гала-концертом. Каждый его номер словно уникальный. Редкой красоты цветок, органично вплетенный в один девичий венок. Хотите им полюбоваться? Встречайте лучших граций России с показательными номерами. Победитель и призер всероссийских и международных соревнований, член сборной команды России Арина Ткачук. Еще горит камин, еще снимаю грим, и все, но хочется играть и петь на бис. Всю боль моей души сейчас я не могу скрывать от вас, как будто я стою на сцене жерниц. Еще горит огонь в глазах, и отступают ночи страх, и хочется мне петь и петь. Падан, падан, за окнами Париж, комната в живых цветах, но чей-то голос вновь звучит. Мадам, 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 па-да-да-да. Еще хватает сил, я не снимаю грим, еще мне хочется играть и петь на бис. Пусть голос мой уже устал, но это все же не финал. Еще я постою на сцене. Свет горит в глазах, и отступает ночи страх, и снова я пою для вас. Вода, вода, я не молюсь чужим богам, за этот миг я все отдам, но чей-то голос там звучит. Мадам, мадам. И голос тише все звучит. Мадам. Ваши аплодисменты, Арина Ткачук! Приглашаем двукратную абсолютную чемпионку Европы, пятикратную чемпионку мира, заслуженного мастера спорта России Арину Аверину! So far from
Ирина Аверина! Ваши аплодисменты! Современному миру, сложному и противоречивому, не меньше воздуха нужны гармония и единство. Давайте черпать их из мудрых, прекрасных традиций. Оригинальную хореографию на самую известную народную песню Беларуси представляют ученицы спортивно-юношеской школы имени Ларисы Гадеевой и школы Олимпийского резерва Главного управления спорта и туризма Минского горисполкома. Само имя этой спортсменки звучит как песня, звонко и распевно. Елизавета Зорькина, призер чемпионата Европы 2020 года среди юниоров, призер Кубка чемпиона Алины Кабаевой. Встречайте аплодисментами. Thank you.
лучшее, что завещали нам прошлые поколения, нужно каждый день привносить в настоящее. Тогда оно точно изменится к лучшему. Так и чертится четкая и правильная линия жизни. Номером с таким названием сейчас нас радуют воспитанницы Республиканского центра олимпийской подготовки. Которой гордится вся Беларусь. Гимнастка с королевской осанкой, звездным обаянием и большими спортивными амбициями. Многократный призер чемпионатов мира и Европы. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио. Алина Горнасько. Карьера в художественной гимнастике, как известно, начинается очень рано.
талантливые и целеустремленные, сильные и хрупкие, милые и непосредственные, веселые и мудрые дети растут на наших глазах. И им есть что сказать этому миру. Свой номер представляет национальная команда Республики Беларусь. Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях немного смысла, что с добрым сердцем скорее обманут, что самых верных ценить не станут. Скажите детям, что деньги детям, что самый честный. Скажите детям. Скажите взрослым, что в небе звезды, а остальное не так серьезно. Пускай мечтают они, как дети. Скажите взрослым, следующего номера чудесное поэтическое название «Васильковое небо». В нем столько нежности и восхищения, столько душевной теплоты, связанной с прекрасным местом, в котором нам всем посчастливилось встретиться. Впрочем, красноречивее тысячи слов одно совместное выступление воспитанниц школ «Динамо» и профсоюзов. Вольно, и там мой дом.
счастье часто кажется далеким, неуловимым, недосягаемым, невозможным. Но оно нам по силам. Нужно просто упорно двигаться вперед, не выпуская из виду мечту. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, все выше и выше, пока за спиной наконец не появятся крылья, чтобы взлететь. Об этом поет заслуженная артистка Республики Беларусь. Встречайте! Песня в исполнении Ирины Дорофеевой. Волшебного вдохновения, мира вокруг и внутри. Благодарим всех, кто создавал и принимал участие в гала-концерте. До скорых встреч! Спасибо нашим волонтерам! Спасибо техническому персоналу. Спасибо вам, наши дорогие болельщики, которые на протяжении этих 3 дней были с нами здесь, во дворце художественной гимнастики.